В этом году Одинцово отмечает свой 60-летний юбилей. Поздравить горожан приехали гости из города-побратима Новополоцка. В рамках визита делегация из Беларуси посетила социально значимые объекты района. Среди них учреждения культуры, здравоохранения, образования, торговые объекты. Большая честь для Одинцовского района принимать наших побратимов. Делегацию города Новополоцк, Республика Беларусь. В составе делегации представители бизнеса, спорта, культуры, образования, социальной сферы. И, конечно же, цели визита делегации и наша задача – показать наилучшие стороны Одинцовского района для дальнейшего сотрудничества. Гости приехали не только поздравить с предстоящим юбилеем, но и для того, чтобы разработать совместную программу, которая, как планируется, станет площадкой для реализации будущих проектов. Беларусь и Россию давно уже связывают тесные братские отношения, и точно также два наших города, Одинцово и Новополоцк, уже который год сотрудничаем. Мы надеемся, что эта поездка она даст новый импульс нашему сотрудничеству. При условии того, что у вас в этом году юбилей, а в следующем году у нас юбилей. А плюс к этому город Новополоцк, он стал культурной столицей Республики Беларусь как раз в следующем году. И надеемся, что вот как раз-таки в сфере культуры, образования мы получим новый импульс, новые движения. Ну и кроме того, не будем забывать, конечно, об экономике наших городов, при условии того, что есть общие точки соприкосновения. Как раз таки и сегодня, и завтра, я думаю, будут достигнуты определенные договоренности. С большим интересом гости познакомились с одним из лучших образовательных учреждений района – Одинцовской лингвистической гимназией. Многое из того, что уже эффективно работает в наших учебных учреждениях, коллеги из Новополоцка возьмут на вооружение. Представители города Новополоцка не первый раз в Одинцово. Но, наверное, с каждым годом наши впечатления, они улучшаются, потому что мы видим, насколько руководство вашего региона внимательно относится к социальной сфере. Сколько вложено денежных средств в развитие, в образование, в социальную сферу. Насколько педагоги творчески относятся, с душою относятся вообще ко всему образовательному процессу. Как родители подходят к образовательному процессу своих своих ребят и, в общем-то, какие вложения они делают вот именно в этот процесс. Впечатление у нас самое лучшее. Начался второй день, и все то, что мы видели, начиная с культурно-образовательного центра «Максимум», детский сад, лингвистическая гимназия, конечно, все это впечатляет. Впечатляет современностью, безусловно, впечатляет оформлением, отношением, наверное, к своей работе, вот всех тех коллег, с которыми мы сегодня познакомились. Поэтому уже принято решение, что наша делегация педагогическая будет с визитом в городе Одинцово в конце октября. И, ну, действительно есть что посмотреть. Прекрасно. Мы радуемся за своих коллег. Гости посетили школьный музей, спортивные площадки, концертный зал гимназии, а также приняли участие в импровизированной музыкальной постановке. Уже этой осенью лучшие педагоги Новополоцка приедут в Одинцово перенимать опыт в сфере образования и делиться своими наработками. Ожидается, что дружба городов-побратимов принесет свои плоды как Одинцово, так и Новополоцку. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».